Всем здорово, не терпится продемонстрировать вот эти вот LED-шки, да, со встроенным контроллером внутри. Вот такие вот. Распиновка у них такая, если читать слева направо, с плоской стороны до закругленной, то это выход, ground, потом 5 вольт и потом вход. Уронил. Так, вот, короче, я их уже подключил на бредборде, да. Это просто питание, провода, это просто контроллер питания. Вот он подключен к моему блоку питания. И к контроллеру подключено все через один всего лишь провод. Через один провод. Один провод управляет этими всеми LED-хами. Это просто продублировано питание к контроллеру. Когда мы запускаем, светодиоды просто светятся синим. Просто синим автоматически, когда на них подается питание. Когда на них уже пойдет сигнал, сейчас запустится контроллер, я на него питание подал, и начнется программа. Вот она началась. Ух, красотища. Очень классно, очень красиво. Напоминаю, управляется все через один всего лишь провод. Всего один проводок. Очень интересно. Ну и вот. До 150 вроде как светодиодов можно. Нет, даже больше. Я буду делать больше. Хочу сделать матрицу. Сейчас, думаю, начну уже ее делать. Будет круто. Видим, да, это пока что просто тест. Пробное. Так можно, в принципе, наставить еще светодиодов, еще, на еще один бредборд. Но какой смысл? Сейчас уже буду делать саму матрицу, уже вырезать буду. Так что, давайте тогда это будет видео по сбору матрицы номер один. Тест светодиодов. На контроллер я уже скетч загрузил, как видим, да, контроллер управляет. Ах, как же красиво. Жалко, вот камера не передает из-за того, что они очень яркие. Но на матрице, думаю, будет красиво. Вау. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока.